Что такое «Ля Илляха Илляллах»? «Ля Илляха Илляллах» — это великое слово. Это великое-великое слово, которое на весах раба будет равняться стольким деяниям, о которых знает только один Аллах. Муса сказал: «Господи, научи меня словам, которыми я буду взывать к Тебе с мольбой». Он сказал: «Говори же, о Муса, «Ля Илляха Илляллах». Муса сказал: «Господи, но ведь все Твои рабы говорят это». Муса хочет что-то особенное для себя. Он сказал: «О Муса, если бы все семь небес, а также все семь земель вместе с теми, кто обитает в них, кроме меня, были бы на одной чаше весов, а слова «Ля Илляха Илляллах» на другой, то «Ля Илляха Илляллах» перевесили бы их всех».